Самая высокооплачиваемая модель конца 40-х и начала 50-х годов, Бетти Бросмер, ставим 1000 пальцев вверх и получаем подборку фото. Первый продукт Apple Computer 1976 года. Компьютер разрабатывался Стивом Возняком для личного использования, но лишь у друга Возняка Стива Джобса появилась идея продажи его. Российские танки в Грозном, Вторая Чеченская война, Чечня, 2000 год. Смертельно раненый агентом НКВД, Лев Троцкий, настоящее полное имя Бранштейн Лейб Давидович, Мексика, 1940 год. Джон Фицджеральд Кеннеди в 10-летнем возрасте, 1927 год. Единственная фотография участника Бородинского сражения, Павел Яковлевич Толстогузов, в возрасте 117 лет, 1912 года. А тут у нас последние участники Бородинской битвы в 1912 году. Столовая работников Диснейленда, 1961 года, это фото сделано 60 с чем-то лет тому назад. Тренажер для бицепсов, 1892 год. 1890 год, начало строительства верхних торговых рядов, ГУМ. 1924 год, женщины носят специальные резиновые маски красоты, которые должны удалять морщины. Молодой Билл Клинтон пожимает руку президенту Джону Фицджеральду Кеннеди в розовом саду Белого дома, 24 июля 1963 года. Личные фотографии Фредди Меркьюри и его близкий друг. 1957 год, работы по восстановлению Стоунхенджа. В 1965-м в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручаются ордена Британской империи за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании. Поставщик льда в тумане, Лондон, 1919 год. Это Вильярд Скотт и он первый Рональд Макдональд, тот самый с Макдональдса. Софи Лорен в Кремлевском дворце, 1965 год. А так выглядели дайверы в 1940-е годы, как по мне-то стильненько. 1979 год. Так выглядел жесткий диск на 250 мегабайтов, про терабайт тогда, наверное, и не мечтали. Хорошим людям спасибо за просмотр. Дайте знать, если вам не безразлична эта информация. До очень скорой встречи, надеюсь.